Народний депутат України Сергій Ківалов зустрівся з однією з ведучих саксофоністок країни, артисткою Сельмер Паріс і Біджі Франц Анною Степановою. На зустрічі обговорювали третій міжнародний конкурс «Золотий саксофон», який проходитиме з 12 по 14 листопада в Національній музичній академії імені Чайковського в Києві. Там три возрастные категории. Младшая называется саксофонисима. Она включает в себя молодых саксофонистов до 13 лет включительно, малышей. Вторая категория средняя, от 14 до 17 лет. И старшая категория от 18 до 25 лет, где будут играть профессионалы. И самый лучший из них получит саксофон фирмы Сельмер Париж. Это как знак качества, такие профессиональные инструменты. Победители будут и иметь возможность выступить также и на дне рождения бельгійського короля 15 ноября в сопровождении оркестра. В журі зберуться світові зірки саксофонного мистецтва з України, Бельгії, Голландії, США та інших країн. Хочу поблагодарить Сергея Васильевича Ківалова за ту поддержку, которую он уже не первый год оказывает нам. Он поддерживает молодых талантливых саксофонистов из разных стран. В том числе это был международный конкурс «Золотой саксофон» в 2015 году. В 2016 году это был международный фестиваль «Сакс-академия» и мастер-классы в стенах юридической академии. А в этом году третий международный конкурс молодых исполнителей «Золотой саксофон». Бажаючи приєднатися до мистецтва, мають змогу ознайомитися з програмою фестивалю на офіційному сайті конкурсу «Золотий саксофон».